9 июня всех орловчан и наших гостей приглашают в Вятский Посад на торжественное открытие Духовного православного центра и храма Сретения Господня, возведенного по благословению духовника святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с архимандрита Илия Ноздрина. Божественная литургия и праздничная программа начнется в 9 часов утра. Гости праздника смогут осмотреть православный центр и фабрику ремесел, принять участие в выставке народных мастеров, насладиться выступлением губернаторского симфонического оркестра, хора Лик и музыкальных коллективов города Орла.